теперь моя история. Готовься к ней. Смотри, вот это ограда. Вот это, если ты видишь, шарик. Это латунный цельный литевой шарик. Он расположен на столбике ограды. Это зоопарк в Берлине. Я говорю экскурсоводу, вот этот вот шарик один, да, он стоит в районе 45 евро. А вот эта вот штучка заборная, она стоит в районе 20 евро. А у вас таких на заборах, как говорит экскурсовод, в районе 5000 штук. 50 штук на 50 евро, ну, 5000 штук на 50 евро, это сколько бы вы денег могли сэкономить? Еще не все. Вот эта штука, это произведение искусства. Это Отто фон Бисмарк, дизайнер. Вот этот вот литый бронзовый гиппопотам стоит на входе, где живет гиппопотам. Я ему сказал, что в нашей стране, если бы вы знали, сколько стоит вот эта скульптура, так вот в моей стране все гиппопотамы вместе с вольерами, в которых они живут, стоят ровно таких денег. Я спросил, почему бы им не экономить на этом, ну, например, как делаем мы. Они ответили, в нашей стране нет коррупции. Если деньги не воруются, они должны вкладываться, ну, как здесь, например, в искусство. И я посмотрел наши убогие ограды, наши зоопарки. И я понял, что у нас, в принципе, все то же самое, что у них. Только та высокая коррупция, которая у нас во власти, она все эти мелочи пиздит и вывозит из страны. А если принять такие законы, чтобы коррупция была невозможна, или уменьшить ее по минимуму, то и жизнь улучшается. В деталях, в мелочах, постепенно, но улучшается.